Спасибо большое. Поздравляю. Слова благодарности от главы округа Андрея Иванова за непростой труд работникам военкомата. В период проведения мобилизации им пришлось потрудиться в авральном режиме. Мы все видели, как в дни мобилизации вы самоотверженно трудились, как вкладывались в результаты, как вам было нелегко и непросто. И неудивительно, потому что у нас мобилизация 2022 года, она третья. В итоге с поставленной задачей справились. Вовремя проведенный капитальный ремонт здания значительно облегчил работу. Также здесь был запущен процесс цифровой трансформации военкоматов, который станет примером для других подобных учреждений. Одинцовский округ полностью выполнил план со всеми задачами. Как я уже сказал, справился. Нет сбоев, система работает четко. И нет никаких скандалов и нарушений. В связи с мобилизацией осенний призыв в этом году начался на месяц позже. Но сегодня мы перешагнули рубеж, и несмотря на то, что работа идет сложно, никаких сбоев нет, и план по призыву выполнен на 50%, доложил Вячеслав Клявень. Созданы штабы оповещения по аналогии тем штабам, которые работали в период частичной мобилизации. Они сыграли тоже огромную роль в успешном оповещении и явке граждан по повесткам по мобилизации. Это большая совместная работа военкомата, окружной администрации, местных теруправлений. Призывная кампания завершится 31 декабря. В зону военной операции новобранцы не попадут, еще раз уточнил главный военком. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».